Матвей Михайлович, говорим о погоде на 25 декабря. Думаем, что все плохое останется там, а хорошее придет. По республике сохранится морозная, без осадков погода. Небольшой снег ожидается только по Прибайкалью. Утром местами морозные туманы. Ветер перемены 5-10 метров в секунду. Температура воздуха. Северные районы ночью 40-45, местами чуть теплее 35. Днем 28-33 по северо-востоку до 35. Центральные районы ночью 28-35. Также холодно. Днем 21-26. В южных районах ночью 28-33. Местами теплее 20-25. Днем 21-26. Местами до минус 16. Наша любимая, дорогая столица. Без существенных осадков. Ветер переменный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура ночью и утром 30-32. Максимальная во второй половине дня 23-25. Ну, холодно. Атмосферное давление ночью не изменится. 718-719 миллиметров ртутного столба. Днем будет медленно падать до 716. На дорогах города, республики, местами снежные накаты. Осторожность. Думайте всегда. Мир состоит наполовину из людей, которым есть что сказать, но нет возможности высказаться. И наполовину из тех, кому нечего сказать, но которые постоянно что-то говорят, обещают. Не обращайте внимания на мелкие недостатки. Помните, у вас у самих имеются крупные. А Матвей Михайлович только самое лучшее. Смотрите нас. Мы всегда вам рады.